Могу вам ее посоветовать, она точно должна быть в косметичке у любой девушки. Офигенная вещь, этой тушью вы сможете себе создать просто божественные ресницы на каждый день. Она неприхотлива в применении, хотя вы знаете, иногда бывают такие немного тяжелые туши, как я их называю. Это, девчонки, точно очень легкая тушь, которая сможет, мне кажется, любая девушка создать себе просто божественные ресницы. Ева Мозаик, я вам показывала уже несколько просто видео подряд. Это вот такой карандаш для бровей. У меня в оттенке Анютины глазки. Чем я люблю этот карандаш, то, что у него здесь есть своя волосинистая щеточка, которую удобно можно расчесать наши ресницы после того, как мы их прокрасили. Офигенный карандаш, хорошо распределяется, хорошо наносится, идеально подходит мне по цвету. А для таких вот светловолосых, вот таких вот, как я, это точно, девчонки, будет наш must-have. Еще раз о нем говорю и еще раз о нем толдычу, что его тоже нужно приобрести. А теперь следующий мой фаворит уже от Essence. Это блески Stay With Me. Это точно вот просто мой фаворит будет на века, но, к сожалению, как я уже говорила, их снимают с производства. У меня в этом месяце был любимый вот такой вот экстремальный, такой коралловый оттенок, это No. 3 Candy Bar. Я не знаю, я влюбилась просто вот в этот оттенок, он как-то идеально подходил под меня, и тем более он просто очень классно подчеркивает мою загорелую кожу и цвет моих глаз. Поэтому, девчонки, вот этот вот блеск Stay With Me, если вы их еще успеете урвать, обязательно купите, не пожалеете. Также из старых моих фаворитов я снова раскрыла пудру для себя от Avon Smooth Minerals. Видите, у меня уже крышечка полностью стерлась. У меня она в оттеночке Ivory, и еще у меня есть она в оттенке Nude. Но почему-то, кстати, именно вот этот вот оттенок Ivory, вроде бы кажется, как-то он должен быть светлым у меня. Он почему-то идеально сливается с моим оттенком кожи. Вообще могу честно сказать, что этот месяц был для меня месяцем минеральной косметики. Я, если вы не видели мое видео о ней, то вам сюда. А так вот еще вот еще один продукт из минералов, который полностью меня покорил и идеально мне подходит. Из старых моих еще фаворитов вот такие вот бронзовые шарики от Avon. Я вам тоже их часто уже показывала. Это вот такие вот очаровательные шарики. Это, по-моему, вообще какой-то нескончаемый для меня продукт. Не знаю, они у меня уже, наверное, где-то около 2,5 года, и до сих пор у меня такое чувство, что здесь вообще ни капли не убыло. В компании, кстати, к этим шарикам я себе приобрела вот такие вот, как мне написано, face pearls, то есть минералы, жемчужины для лица. Выглядят они вот так, это уже получается они в таком вот розовом оттенке. Могу сказать, что мне кажется, что эти face pearls какая-то аналогия, наверное, метеоритов от Guerlain, нашумевшие вещи. Это, мне кажется, полностью совершенно бюджетная вещь, которая, мне кажется, подойдет абсолютно всем. Ее использую как в качестве румяна, как в качестве хайлайтера. То есть ей можно сделать различные вариации в зависимости от того, как вы наращиваете цвет. Вот эту, девчонки, вещь могу вам посоветовать точно однозначно. Просто 100%. Вот мне кажется, вот это компания двух продуктов, мне кажется, хватит их просто на века. Не знаю, просто вообще для меня это нескончаемые вещи. От Avon, кстати, я себе приобрела вот такую вещь. Это Ideal Shade Light Makeup Base. Короче, легкая база для макияжа. Это тинт, о котором говорила Ковка Закет. У меня он в оттеночке Ivory. Ну, этот оттенок сейчас просто очень-очень светлый для меня. Я думаю, вы можете заметить, что я довольно хорошо успела тут из нас подзагореть на Урале. Нас побаловала погода солнышком, побаловала загаром. Поэтому эта вещь, скорее всего, у меня останется до зимы, когда я снова немного подсмоюсь. А так я ее, в принципе, попробовала. Очень хорошая вещь, но для меня сейчас на лето ее обязательно нужно запудрить, потому что она у меня слезает. Да и вообще, кстати, любые тональные средства лучше запудривать, чтобы они крепче держались на нашем лице. Как вы видели, мое, надеюсь, видео о покупках с одеждой, если не видели, то вам сюда. Там было у меня такое яркое, желтое платье полосатое. И мне кажется, что под этим влиянием я поддалась на него и купила 3 продукта от Essence просто в офигительном желтом оттенке. Вообще, мне кажется, у каждого, для каждого лета ассоциируется желтыми оттенками. Это были такие 3 продукта. Первый из них это был желтый сет желтых лаков Essence Color & Glow. Это серия Color & Glow, 95 номер, Wanna Be a Sunshine. Потом вот такие вот тени, 41 оттенок, это Stop It,
Это абсолютно матовый оттеночек. И вот такой вот карандаш Каял в таком, я скажу, разбавленном желтом оттенке. Об этих трех продуктах я вас приглашаю прочитать мой обзор на блоге, если вас это заинтересовало. Там я сделала довольно подробный обзор и со всеми сводчами, если вам интересно. Поэтому добро пожаловать на мой блог. И вообще для меня этот месяц стал покупкой лаков от Essence. Почему-то раньше проходила я мимо них, но наконец-то на меня поддалось влияние YouTube, и я действительно купила себе и не пожалела. Давайте покажу, какие я приобрела цвета. Первый из них — это такой вот мятно-голубой оттенок, тренд сезона, 53 оттенок, Ruby Long to Me. Потом вот такой вот лаймовый оттенок, 39 Lime Up. Потом вот такой вот ультрафиолет, я как его называю, 87 оттенок, Passion for Fashion. Так, и серия Color & Go, еще вот такой вот неоновый оттенок, 44. И еще из их серии Nude Glam, 04 оттенок, вот такой вот абсолютный нюд. Что могу сказать по поводу вообще лаков от Essence? Могу сказать, что на меня произвели действительно впечатление. В принципе, довольно быстро сохнут, легко распределяются, но иногда у меня почему-то не получалось с первого раза добиться того оттенка, какой вот, как сказать, в тюбике приходилось наращивать. Но потом я поняла, что можно брать просто капли побольше, распределять. В принципе, лаки так даже сохнут намного лучше, чем если, знаете, сначала несколькими тонкими слоями пытаться его наращивать. То есть его лучше сразу таким толстеньким, хорошим слоем нанести, и так он как-то и лучше ложится, и лучше сохнет, и потом лучше держится. А так, в принципе, лаки держались у меня где-то в течение, я бы сказала, наверное, дней двух, чтобы не скалывались, не оттупливались. И серия, кстати, по поводу серии Nude Glam, это без всяких блесток, шиммера, перламутра, то есть абсолютный нюд. Офигительные оттенки, еще приобрету себе несколько, мне кажется, просто классика есть, она и есть классика. А так, кстати, хорошие лаки действительно произвели на меня впечатление, были действительными фаворитами моего этого месяца. Кстати, многие видео у меня были именно с этими лаками. Потом себе я приобрела вот такое вот керамическое нано-покрытие от Pompidou. Это аптечное средство, предназначено для того, чтобы наши ногти были, как вы понимаете, керамические нано-покрытыми, то есть суперстойкими. Действительно, это средство можно использовать как базу под лак, как и сверху наносить на наш лак. В принципе, можно и как отдельное средство, так я его использовала, у меня произошла неприятность, я чистила картошку не очень удачно, поэтому вот уже какую неделю хожу полностью без лака, восстанавливаю свои ногти. Хорошее средство могу посоветовать, обратив внимание вот на эту вот фирму. Он моим фаворитом до сих пор является блеск от Lumine. Как-то у меня тут все в разброску пошло. Я вам уже показывала тоже его в прошлых своих фаворитах, девчонки. У меня как-то так получается, что зимой, что летом, у меня всегда сухие губы, мне всегда нужно супер восстановить. Вот это средство мне однозначно помогает. В качестве блеска это просто офигительный блеск. Честно, на фотографиях вживую он смотрится просто отлично. Как он блестит на солнце, ну, здесь вообще никаких к нему не может быть претензий. И то, как он ухаживает за нашими губами, это просто 5 плюсом средство, вот которое точно надо приобрести и не пожалеть на него денег. Или удачно попасть на акцию, и это вы, девчонки, точно не пожалеете. Так, ну и возвращаясь обратно к ногтям. Видите, как я скачу. Купила себе вот такой вот экспресс-удалитель кутикулу от Sally Hansen. Это, по-моему, вообще знаменитая тоже вещь на ютубе, но действительно просто экспресс-удалитель. Наносишь на кутикулу 15 секунд, и можно ее спокойно додвинуть и даже срезать ножницами, чтобы получился обрезной маникюр. Буквально где-то, если очень долго, кропотливо работать, в течение получаса можно ногти привести в идеальное состояние. И если вам по-быстрому, то, я думаю, где-то вы со всеми руками управитесь, ну, минут за 5. Просто это вот точно средство, которое помогает быстро справиться с нашими ногтями. Советую, приобретите, не пожалеете. Также еще приобрела себе несколько уходовых средств. Это было уже из Oriflame. Купила я себе сухой шампунь. Честно могу сказать, что пока я не очень поняла вообще смысл него, потому что как-то на моих волосах он почему-то не работает. Если вы имели дело с Oriflame, сухим шампунем, напишите мне, как у вас от него впечатление, действительно ли он работал, потому что у меня была довольно грязная голова, то есть я как бы распределила его по волосам, пыталась вычесать, но почему-то голова у меня стала еще грязнее. Не знаю, может быть, это мои особенности моей кожи, но
хочу узнать ваше мнение. И себе из серии Pure Nature я взяла себе крем для лица. Это из серии у меня с чайным деревом и розмарином. Выглядит он вот так, такой вот нежно-зелененький, как вы видите, я активно его использую. И все в связи почему, что тот крем от Olay, который я вам показала, я, девчонки, никому его не советую, потому что это абсолютно бездарная вещь, которая забивает поры. Да, это я так могу сказать, что я пользую его на пятки, когда я его закончу, обязательно расскажу вам о пустых баночках, я буду его критиковать, как только можно, пока у меня нехорошие слова только на уме. Вот. Но это не об этом креме, это очень, вот этот крем очень хорош, очень мне понравился, у него легкая текстура, прекрасно распределяется, быстро впитывается в нашу кожу, самое главное, не забивает наши поры. Сейчас летом это просто вот 100%, он вообще предназначен для проблемной кожи, то есть когда есть какие-то воспаления, есть какие-то недостатки, то есть он призван за ними ухаживать и лечить. Девчонки, вот это точно наша вещь, кто борется так, как я, вроде бы, у меня пока это получается, вот этот вещь, единственная претензия у меня какая только к нему есть, что, ну, довольно запах, то есть как-то, видимо, чайное дерево не очень мне нравится, поэтому, ну, я так еду, закрываю нос и распределяю по моему лицу. Продукты, которые я вам хочу показать, как-то в последнее время стало популярно показывать то, как мы следим за нашими зубами. Я приобрела себе вот такие вот две пасты. Первая паста, которую я вам покажу, это вот такая вот паста Forest Balm. Это лесной бальзам, но именно вот эту пасту мне порекомендовал мой стоматолог. У кого, девчонки, проблемы с деснами, то есть кровоточие десны, то есть вот это вот из их серии Forest Balm, курс полного и глубокого выздоровления десен, они очень хорошо ухаживают за нашими зубами. Именно эту пасту нужно пользоваться на ночь, когда мы перед сном. То есть она как-то в наш организм посылает, впитываются те вещества, которые успокаивают нашу нервную систему, мы спим лучше. Действительно, я не знаю, может быть, у меня это чисто такое психологическое на меня воздействие, но мне действительно она помогала как-то такое чувство, что успокоиться, и действительно сон у меня стал крепким и хорошим. То есть она не только ухаживает за нашими зубами, но еще и помогает для нашего сна. Хотя не сердце, это нигде не заявлено, но это мне сказал мой стоматолог. И еще была одна у меня такая довольно спонтанная покупка, ну как я могла прийти мимо этого, от рецепта бабушки Агафьи. Я увидела, что они теперь выпускают пасты, у меня она тоже, видите, как для здоровья десен, и я пользуюсь с утра. Вы видите, что здесь такая довольно натуральная упаковка, все в стиле, как обычно, рецепта бабушки Агафьи. Внутри у нас тюбик с пастой, и плюсом ко всему есть еще буклетик, то есть меня это вполне так удивило, то есть как бы уровень сервиса как бы показывает на должном уровне. Так вот обычно, я думаю, кто пользуется пастой Miss Plat, видели, что они вот как-то так же обычно упакованы. Здесь написано, что, ну, как бы, в принципе, характеристика паст, что меня, кстати, очень поразило, что они, в принципе, произвели, заявляют, что это полностью натуральные пасты, то есть написано без SLS, без, ну, без всяких парабенов, то есть полностью натуральные. У них довольно разнообразная линейка, то есть здесь как бы буклет такой хороший, где можно прочитать все их линейки паст. Что из себя представляет сама паста? Я сейчас вам покажу. Она очень приятно пахнет, такой легкий, немножко ментоловый запах. Выглядит она вот так, это такая вот гелеобразная форма. Очень хорошо, кстати, пенится и прекрасно удаляет весь налет с наших зубов. Большим впечатлением я нахожусь. Паста, кстати, стоит недорого, 52 рубля. Это вообще, по-моему, смешные деньги вот для такого уровня. Но, видимо, наши сиськи производители, поэтому вполне за такую приемлемую сумму денег. Могу сказать, что, в принципе, можно попробовать, может быть, вам тоже понравится. Я нахожусь пока под положительным впечатлением, посмотрим, как закончится, обязательно расскажу в ней о своих пустых баночках. По поводу Forest Balm, тоже очень легко пенится, но, как бы, нет такого эффекта, знаете, как это в Colgate, когда ты так вот чистишь, и там полный фарш. Нет, в принципе, у меня такое же от него впечатление, как я вот до этого пользовалась парадонтаксом, но это, ладно, не буду отвлекаться, расскажу в своих пустых баночках. Так что не буду вводить эти темы. Вот такой вот у меня был мой отзыв, это все мои были фавориты, плюс покупки, надеюсь, что было не очень сумбурно, надеюсь, что было все, в принципе, понятно. Извиняюсь, если я очень быстро говорила, это мое, наверное, нехорошее качество. Ну, всем спасибо за внимание, всем до новых встреч, всем удачного времени суток, если ты новый подписчик, подпишись, тебе будет интересно, и всем пока-пока, ваша была Баласка.